вот запихал Bluetooth 5.0 модуль вот в такой музыкальный центр. Здесь еще к нему прилагается двухкассетная дека и лазерный проигрыватель. Вот. Здесь сделано так, что вот этот оконечный усилитель, и он работает только в паре вместе вот с этим, даже не знаю, как сказать, так называемый процессор. Здесь у него входы есть. Вот они сзади. И без этой штуки звука вообще нет никакого. Значит, для питания Bluetooth модуля вот он. Был поставлен отдельный зарядник на 5 вольт. Ну, тут 1-амперный зарядник. Вот. Подпаяно. Я прям на клемму подпаял, потому что дорожек нет снаружи. Разбирать его смысла нет, очень долго. Подпаялся прям вот на этот вход. VDP какой-то. Вывел антенку 5 сантиметров, потому что здесь сплошной металл. Тут все экранировано, звука не будет, точнее, сигнал поступать не будет, я уже пробовал. Вот. А так как в этом процессоре не предусмотрено 220 вольт, к сожалению, вообще никак, в него подается двухполярная переменка, вот тут это есть. Где-то 12 вольт переменка, 2 двухполярная. Но от нее она не работает. Если подцепить сюда выпрямитель и кренку пятую, чтобы 5 вольт было, тут страшно возбуд по звуку. Прям гудение страшно, я уже пробовал. Пришлось вывести 220 прям с оконечного усилка. Вот, и поставить вот такой разъем, чтобы можно было снимать это все дело. Так как 220 сюда не подается. Ну, просто щелки и щелки вывел. А там просто подпаялся к 220, куда было. Так, вот все работает. Выбирается селектор входов. Вот этот VDP. Все, звук пошел. Все нормально работает. Вполне сносно. Этот Bluetooth модуль можно вообще в любую аппаратуру запихать. Магнитофон, музыкальный центр или просто усилитель голый. Я и так, и сяк, и ядок уже попробовал.